Вы бы хотели заказать пиар, но у вас нет денег? Сегодня я расскажу вам, как заказать пиар почти бесплатно. Собственно, друзья, если у кого-то и вправду нет денег, но есть вещи в Steam, к примеру, в CSGO, и они вам не нужны, то суммой этих вещей я могу принять их и обменять на пиар. Друзья на моем канале, допустим, с новогодней скидкой пиар будет стоить 40 рублей. 40 рублей. Вы можете кинуть одну вещь или несколько вещей на эту сумму. Я обязательно ее приму, эту сумму или эти вещи, и после чего выпущу пиар. Главное, чтобы данная сумма была около 40 рублей. То есть допускается 38-39 рублей. Ну и, конечно, и больше. Но если будет сумма 37 и меньше, то, друзья, к сожалению, это уже будет недопущено. Собственно, если я кого-то обрадовал такой новостью, обязательно ставьте лайк. Принимаю вещи из CSGO, из Unturned, или Unturned, как называют многие, и принимаю вещами из Team Fortress. Поэтому, друзья, запомните именно этот порядок и не забудьте при передаче вещей. Вещи будете передавать ко мне в Steam, я скину вам, все подтвердим, все будет хорошо, поэтому не волнуйтесь, это для тех, у кого нет денег. Поэтому, друзья, если вас заинтересовало, обязательно пишите комментарии, мы с вами все обсудим. И, собственно, могу сказать, что, друзья, реально это будет легко. То есть я предоставляю вам полную услугу на моем канале, даже полные услуги. Собственно, что же, переходите в описание, заказывайте пиар. Пиар, ссылка на меня будет в описании, просто пишите, что я хочу сказать пиар с помощью вещей. И все, друзья. И вот на этом, можно сказать, вы будете уже заказывать пиар. Ну, мы с вами, опять же говорю, договоримся, все обсудим, все, что надо. И, собственно, вот на этом мы с вами будем заканчивать. Собственно, ставьте лайки. Ну и обязательно, друзья, конечно, подписывайтесь на канал.